Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, меня спасибо. Добрый вечер, я рад вас приветствовать здесь. Я рад, что мне выпала честь открывать сегодняшнее мероприятие. Спасибо Никите, что пригласил. Прошу прощения, сразу я могу иногда вокально выпадать, потому что уже конец рабочей недели и конец дня. Но попробую сделать так, чтобы меня было слышно. Надеюсь, сейчас меня пока слышно. Я опять же прошу прощения, я тут буду периодически маячить, потому что я буду ходить в презентации. Поэтому, если я вдруг нечаянно упаду, прошу понять и простить. Мы начинаем. Тема моего выступления, как Никита уже сказал, это «Свобода как смысл творчества». «Свобода как смысл творчества». И я думаю, что не случайно мы начинаем именно с этой темы, так как я постараюсь сделать ее неким лейтмотивом сегодняшнего мероприятия. На первый взгляд, совершенно разные доклады. Мой вот про смысл творчества, про креативность и так далее. Далее Максим и Антон будут говорить тоже, на первый взгляд, о совершенно противоположных вещах, о художественном творчестве и о научном, историческом творчестве. Но, тем не менее, все эти темы объединяют вот это как раз общее понятие творчества. Я попытаюсь не утомлять вас терминологией, не лезть в понятие «свобода», в каком-то общефилософском смысле и так далее, потому что мне хотелось бы приземлить свое выступление именно на свободу мышления. Мы сейчас с вами живем в достаточно жестких рамках, мы живем в достаточно жестких рамках общества потребления вот этих пресловутых ценностей, в рамках массовой культуры, средств массовой информации, на мой взгляд, абсолютно низкопробных в некоторых аспектах, да, и мы, в принципе, все больше и больше, особенно у подрастающих поколений, которые сразу попадают в эту среду, не мы, пожилые люди, да, которые сразу садятся за компьютеры, попадают вот в телевизионную какую-то среду и так далее, у них формируется, клиповое мышление. Кстати, если вы наблюдаете за информационными агентствами, за Фейсбуком и другими социальными сетями, сейчас как-то пошла такая шумиха статьи Грановской по клиповому мышлению. Она с точки зрения психологии описывает, насколько это вредно для высококвалифицированных специалистов, в принципе. Так вот, мы говорим о клиповом мышлении, ну и о некоторой шаблонности, о некоторой зашоренности. Да? Вот мне бы хотелось, чтобы моя сегодняшняя посылка, мой сегодняшний посыл, может быть, да, такой теоретический отчасти, он бы сыграл на то, чтобы вы посмотрели на себя, на свою деятельность, будущую профессиональную или уже нынешнюю профессиональную, ну, может быть, немножечко другими глазами и под другим углом. Поэтому я хотел бы свободу рассмотреть именно как свободу мышления, свободу от вот этих навязываемых ценностей. Вот, теперь давайте попробуем посмотреть на то, что такое творчество, на то, что такое отчасти креативность. Ну, слайдик, в принципе, очень хорошо с точки зрения психологии пытается разграничить наши полушария, да, и посылка такая, все-таки творчество где больше, в какой-то художественной, например, деятельности, потому что когда мы говорим о развитии творческих способностей, мы, по идее, себе представляем, вот я должен рисовать что-нибудь, да, лепить из глины, да, или еще из пластилина, ну, кому-то, может быть, не дай бог, придется лепить из хлеба. Вот, поэтому вот творческая деятельность – это все-таки вот именно когда мы что-то создаем руками, да, что-то создаем супер новое, да, или вот наука, которой, например, я занимаюсь, психолого-педагогические какие-то вещи, или Антон занимается историческими вещами, или это тоже творчество. Можно ли говорить здесь о создании какого-то тоже нового продукта? Можно ли говорить о создании каких-то объективно новых вещах? Разумеется, можно, потому что творчество, творческий акт, это есть в любом случае создание чего-то нового. Либо объективно нового, в принципе, ранее не бывшего нигде, да? Либо субъективно нового. Об этом еще немножечко попозже. Просто я хотел иллюстрировать понятие творчества именно вот такой вот картинкой, чтобы показать разноплановость этого процесса, как психологического, там, психического акта, например. Далее мы с вами можем говорить не только о творчестве, как о процессе создания чего-то нового, но и о креативности. Картинка довольно, ну, скажем так, амбициозная, с одной стороны, а с другой стороны, противоречивая.
Ну да, знание, опыт, креативность, ну и, собственно, что дает нам, к сожалению, порой сфера образования. Да? Рассуждение про тему образования – это совершенно отдельное рассуждение. Я бы сейчас не хотел этого касаться, потому что мы с вами никогда туда отсюда не уйдем. Но, тем не менее, обратите внимание на иллюстрацию вот этих понятий знания, опыт и креативность. Здесь, на мой взгляд, по крайней мере, понятие креативность выведено не совсем верно. Да, потому что в данном случае мы говорим о нестандартном некотором мышлении, да, о нестандартном подходе к делу, но тем не менее, креативность скорее уже может рассматриваться нами как некое свойство, психическое свойство личности, да, как общая творческая способность, по словам Владимира Николаевича Дружинина, например, психолога. К сожалению, покойного ныне. Все хорошие люди уходят, ничего не здоровится. Вот, поэтому креативность может действительно выступать как вот эта общая творческая способность. Есть несколько подходов к понятию именно креативности. Либо креативность каким-то образом коррелирует с уровнем интеллекта, да, то есть чем выше у человека интеллект, чем выше у него интеллектуальная активность, тем способней он к преобразованию мира, к преобразованию знаний, например, да, к творению вот этой вот кошечки. Либо творчество, креативность, точнее, совершенно не зависит от интеллекта, да, ну, творческий, но глупый, условно говоря, да. Ну, не знаю, может быть, есть такие люди, слоники тоже рисуют. Вот, либо же креативность выводится как, ну, некая самостоятельная совершенно структура, как самостоятельная творческая способность. В принципе, здесь, наверное, мы здесь сейчас не ответим на вопрос, является ли креативность самостоятельной структурой, либо зависит от интеллектуальной активности. Я лично придерживаюсь мнения Дианы Борисовны Богоявленской, которая говорила, что да, креативность напрямую зависит от нашей интеллектуальной активности. И, соответственно, по уровню этой пресловутой интеллектуальной активности мы с вами можем выделить три типа личности. Это стимульно-репродуктивный, это эвристический и это креативный. То есть, либо человек сталкивается с какой-то определенной задачей, он не будет ее решать, ему нужен какой-то дополнительный стимул, его нужно попинать, простимулировать как-то, пообещать ему за счет какой-нибудь, да, вот, тогда он скажет, давай я, пожалуй, решаю вот эту задачку, он начинает, что-то не получается, соответственно, мы хотим ему помочь, мы его стимулируем каким-то образом, у него это, все-таки в итоге он решил, он остановился, все. Эврист ведет себя немножечко по-другому. Он сталкивается с задачей, говорит, о, круто, задачка, сейчас я ее буду решать. Он решает, ищет какой-то алгоритм, он его находит, говорит, ура, я нашел алгоритм решения задачи, вот, и я молодец, в общем. Даем ему следующую задачу, он пытается сходные типы задач решать по этому алгоритму. Но, тем не менее, он включен в вот этот процесс поиска именно, да, вот эвристика, есть поиск, в принципе. И креативный тип личности, это, по мнению Богоявленской, уже человек с достаточно высокой вот этой пресловутой интеллектуальной активностью, он сталкивается с задачей, говорит, задача, сейчас я буду решать. Решает эту задачу, сам находит какой-то алгоритм, ему не нужна внешняя мотивация, мотивация уже в этой задаче заключена, круто, это задача, это трудность. Он решает, он находит путь решения этой задачи, находит алгоритм и останавливается, решив эту задачу. И думает, а каким способом можно еще решить эту задачу? Существуют ли еще алгоритмы какие-то решения этой задачи? Да? И он пытается найти какие-то дополнительные пути, другие пути и так далее. Параметров креативности достаточно много, я сейчас не буду вас этим тоже утомлять. Если хотите, вы можете со мной связаться в любой момент в каком-то контакте, я скину вам дополнительный материал, потому что психологи, которые занимались творчеством и креативностью, выводили очень много параметров личности, которые благоприятствуют развитию вот этой вот креативности, да, творческому акту. Это и свобода мышления пресловутая же, да, и дивергентность, то есть некая разнонаправленность, что ли, мышления совсем округляет, да? И что интересно, это чувство юмора. То есть чувство юмора позволяет человеку как-то немножечко абстрагироваться от сложной задачи, посмотреть, может быть, на нее с другой стороны, да, с одной стороны, а с третьей стороны
все, я уже заговариваюсь, простите, чувство юмора позволяет человеку достаточно критично относиться к себе. И чувство юмора, как правило, позволяет человеку выходить из достаточно сложных ситуаций, связанных с неудачей. Ну, не решил я задачу, там, не получилось у меня какой-то ежик из пластилина, да? Ну, пусть будет не ежик, давай назовем его как-нибудь по-другому, да? Вот он сразу там придумал, будет это ежик-мутант какой-нибудь, чернобыльский ежик, ну и так далее. Вот, в следующий раз я буду трудиться, у меня ежики будут получаться все лучше и лучше, и приближаться там и с Припяти, да, к средней полосе сюда. Вот, то есть фактически чувство юмора является одним из необходимых, действительно, компонентов, наверное, вот это вот пресловутая творческая личность. Вот, понятие креативность с точки зрения психологии таково. Но мы с вами слышим сейчас, вот, опять же, массовую культуру, мы ищем креативного специалиста. Или Сережа Зверев какой-нибудь, креативный мастер. Он делает супер-мега-прически, вот, и так далее, и так далее. Но в данном случае понятие креативности, оно совершенно какое-то странное. Да, потому что то, что уже где-то когда-то было, да, но если я покрашу зеленый цвет на креатины, с какой-то точки зрения может быть, да. Вот, но я просто, может быть, в какой-то степени, согласитесь, если я завтра приду, в понедельник приду на работу к студентам с зелеными волосами, они не подумают, что я креатин. Они скажут, что хроп с катушек съехал, скорее всего. Может быть, кто-то подумает гораздо грубее, может меня спросить, главное, они сидят уже улыбаются. Вот, они уже знают, что кроп давно с катушек съехал, но тут вообще будет просто явное выражение. Да? Вот, поэтому креативность, в смысле, которую мы сейчас его применяем в массовой культуре, может быть, даже когда указываем в резюме или читаем вот в этих вот суперджобах и так далее, в листах, которые нам работы пытаются предложить, наверное, немножечко подразумевает, что мы какие-то не такие, что ли. На самом деле креативность, наверное, должна обозначать какой-то свежий взгляд на вещи. Не обязательно я приду на работу и все увешу там стенгазетами, да? Я просто буду по-другому решать свои профессиональные задачи, пытаться, по крайней мере. Далее по поводу творчества объективного и субъективного, о котором я уже говорил. Можно полезу, пожалуйста? Объективного и субъективного творчества. Я недаром этого великолепного молодого человека сюда разместил, потому что субъективное творчество – это есть то, что под силу каждому из нас как раз для пресловутого саморазвития, как раз для пресловутого обретения некой личностной свободы. Некой личностной свободы. Потому что, стать творцом в полном смысле этого слова достаточно тяжело. Да, потому что изобретать что-то новое, опять же, ранее не бывшее, невероятно трудно. Невероятно трудно. Но тем не менее, наша система образования вполне, и вы сами, в принципе, вполне можете себя подвергнуть, простите за выражение, вот этому субъективному творчеству. Понимаете, если я сижу и изобретаю велосипед, или я взял велосипед, разобрал его, потом собрал снова, и если по старой русской традиции у меня не осталось лишних деталей, да, то, в принципе, я сам дошел до того, как он работает, разобрал, собрал. Но, в принципе, отчасти это творческий акт. Если говорить вот о таких великолепных молодых людях, и которые только начинают свой путь по освоению жизненного пространства, мира и так далее, когда он начинает осваивать эту пресловутую среду, когда он начинает пытаться слова, буквы складывать в слоги в слова в предложения, когда он пытается на пальцах посчитать, что будет это 8, вот, когда он понимает, сколько получается, цитата моя любимая из американского педагога и философа Джона Дьюи, когда ребенок понимает, сколько получается, когда к 5 центам прибавляешь 3 цента, он делает творческое открытие. Это все давно известно всем, нужно же 3 цента и 5 центов, всем известно, что это 9, да? Но, тем не менее, он делает для себя, конечно, творческое открытие. Он делает вот этот субъективный творческий шаг. Это всем давно известно. Но, понимаете, наше с вами развитие психологическое, да, психическое, наше с вами развитие социальное, это есть, в принципе, субъективное творчество пресловутое. Потому что, самостоятельно что-то откапывать, да, самостоятельно пытаться понять устройство вот этого велосипеда, я не знаю, как вы сейчас живете, молодые люди и девушки, но, тем не менее, когда я был молод, у меня тоже был велосипед, я его тоже разбирал.
и даже собирал обратно. И он даже после этого ездил. Да, надо, не надо, нам все равно нужно было разобрать велосипед. Вот, нам нужно было потом посмотреть, как там что работает, да, самому дойти до механизма, как он работает, потому что нужно же его подчинить и так далее. Вот, и в принципе, ну, это тоже есть некий акт развития, да, это тоже есть некий акт субъективного творчества. Можно ли, в принципе, себя каким-то образом подтолкнуть к этому субъективному творчеству? Конечно, можно, но нам от этого будет, мягко говоря, некомфортно. Обратите внимание, ну, опять некий отсыл к общеизвестной сфере. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, ну, такой комикс, о котором чуть попозже Максим расскажет, про лень нашего самого мозга. Наш мозг, в принципе, достаточно, как бы помягче охарактеризовать, ленивое образование, да? Наше с вами мировосприятие, наше с вами, с позволения сказать, ежедневная деятельность, наше с вами ежедневное бытие, оно выстраивается нашим мозгом максимально комфортно для него. То есть алгоритмизация деятельности, шаблоны некоторые мышления, да, стереотипы мышления, они, в принципе, являются нормальным продуктом деятельности нашего мозга, нашей психики, да, потому что ему так комфортнее. Да, я могу быстро посмотреть на аудиторию, как-то вас повоспринимать, составить некое представление, да, но я могу, разумеется, ошибиться, да, совершить ошибку, как правильно. Русский язык у меня не была. Совершить ошибку некую, да, в моей профессиональной деятельности это очень опасно, потому что я работаю с людьми, да, я работаю в профессии человек-человек. Я не могу ошибаться при восприятии людей. Но тем не менее, стереотип в нашем восприятии работает. Да, потому что мозг быстро выхватывает как нужную ему информацию, чтобы сориентироваться в среде и так далее, и так далее. Если мы будем постоянно через мозг пропускать всю информацию, которая поступает через наши визуальные анализаторы, да, то мы можем, в принципе, когда-нибудь сойти с ума. Конечно, этому можно научиться, но тем не менее мозг все равно будет этому сопротивляться. Ну вот совершенно идеальный пример, совершенно недавний продукт кинематографический, это сериал «Шерлок Холмс». Да? Вот и один, и второй, ну, в смысле, Шерлок Холмс и один из антигероев в первых частях Мориарти, да, очень яркие примеры как раз людей, которые ломают вот эти пресловутые стереотипы, которые максимально считывают окружающую среду, ну только, ну, какой есть, да, один хороший, другой плохой. Вот, в принципе, вы даже в фильме показано, насколько это тяжело Шерлоку Холмсу, да, насколько тяжело переваривать такие объемы информации. Да, можно научиться, но срабатывает, опять же, принцип целесообразности. Да? Зачем? Мы можем как-то ограничивать себя, либо не нужно ограничивать себя, чтобы наш мозг чувствовал себя более-менее комфортно. Ну, обратите внимание, когда вы каждый день встаете на работу, на учебу, идете на учебу, да, у вас жизнь, в принципе, состоит примерно из одинаковой последовательности действий, да, из примерно уже отработанных алгоритмов. Я встал, запустил тапком в будильник, другим я запустил в кота, потом я пошел, как водится, кофе налил мимо чашки, да, ну и так далее, и так далее. Это примерно стандартный набор действий. Сначала я натягиваю левый носок, потом я натягиваю правый носок. Все. Если вдруг что-то случается, я замахнулся тапком на кота, а кот уже убежал, противное лохматое чудовище, то уже мозг говорит, что-то тут не так. То есть кот или нет кота, я все равно кинусь этим тапком. Да, потому что мозг говорит, ладно, нет кота, ну давай со мной кинемся, мне так комфортнее. Вот, поэтому мозгу будет немножко некомфортно. Ну я, простите, сейчас не совсем уж не с научной точки зрения разговариваю, да, потому что мозг с нами, наверное, не общается, как у некоторых. И то не всегда. Ну, у некоторых в пятницу вечером сейчас он начнет общаться, вот, после мероприятия. Вот, то есть фактически, ну, мы за здоровый образ жизни. Чтобы лишних вопросов не возникало, да, на всякий случай. На самом деле, да, мозгу некомфортно от разрушения алгоритмов. Поэтому, если вы хотите выйти за рамки шаблонного мышления, попытайтесь эти алгоритмы порушить. Не левый носок сначала натягивать, а правый, например. Можно сказать, ну ты чё, ну так же хорошо было, да, хорошо тебе, что ты начинаешь, да? Отвечайте на билет. Вот, и так далее. Попробуйте на работу, если там на учебу, сходить другой дорогой. А вдруг
вдруг там какие-нибудь хулиганы мобилку отожмут, да? А вдруг там лужа большая, ты же через нее не перелезешь в своих белых носочках и так далее, и так далее. Он придумает 500 тысяч отмазок, чтобы ты не менял алгоритм действий. Вот. Я, конечно, понимаю, что я немножко разговариваю с точки зрения шизофрении, да? Но тем не менее. Вот простой пример. Все вы помните... Нет, не все вы помните. Некоторые из вас помнят задачки со спичками, да? Некоторые из вас помнят великолепные задачки из учебников по математике, например. Помнят некоторые задачки из журнала там, «Юный техник» или «Техника молодежи» и так далее, и так далее. Но это было из моего босоногого детства, и некоторых представителей, коих я здесь вижу, старшего поколения. Вы, к сожалению, не общались с этими журналами, большинство здесь присутствующих. Вы можете их поискать в интернете, эти задачки. Вот простая задачка со спичками. Вас много, у меня спичек на всех не хватит, я их сам их не взял. Вот, простой пример. Вот представьте для себя, как бы вы решили следующую задачу. Нужно из 6 спичек сделать 4 разносторонних треугольника, равносторонних треугольник со стороной одна спичка. Как вы будете действовать? А? Вот противная какая, да, она знает эту задачку. То есть, понимаете, большинство из нас, да, логично, нужно построить пирамидку, да, но большинство из нас, пока дойдет до мысли, что нужно построить пирамидку, будет заниматься раскладыванием спичек на столе. И потом, да, мы плачем, у нас не получается, психуем, сжигаем эти спички и так далее, да, вот, ну как так, невозможно эту задачку решить. А потом кому-то, о! А пирамиду можно построить? Конечно. А почему нет-то? То есть мы сразу смотрим, почему-то для себя забиваем некие стереотипы или алгоритм деятельности. Если нам дали спички, и мы должны из них построить некую геометрическую фигуру, и там несколько, да, мы сразу их начинаем вот раскладывать как пасьянс. Почему? В исходных условиях задачи не было такого. На плоскости сделайте фигуры. Не было. Мы почему-то сразу себя ограничиваем. Да, срабатывает некий шаблон. Я вам могу здесь посоветовать книжечку буржуйского психолога Эдварда де Боно, которая называется «Рождение новой идеи». Там как раз очень хорошо прописаны вот эти смыслы нешаблонного мышления, латерального так называемого мышления. Она небольшая совершенно, по-моему, где-то она около 150 страничек. Когда вы ее прочтете, вы реально сможете смотреть на жизнь немножко по-другому. Вы реально сможете решать задачки, отвлекаясь от условий, которые никто не задавал, в принципе. Вот. На самом деле это очень интересно и весело. Потому что наше с вами развитие, наше с вами творческое развитие и социальное развитие, это есть штука очень полезная, в принципе. Обратите внимание на массовую культуру, которая сейчас превалирует в нашем обществе. К сожалению, иногда... большей частью сейчас документальная сфера образования начинает действовать вот так, как показано на вот этой вот картинке, к сожалению. Вот, и в принципе, для современного общества, наверное, в какой-то степени выгодна такая позиция. Наверное. Я не буду сейчас прямо ударяться в утопии, антиутопии, в современные фильмы, которые вы, конечно, видели, «Дивергент», на правах рекламы сейчас пойдет «Дивергент 2» и так далее. Вот. Но, тем не менее, вы можете щелкнуть, пожалуйста, презентацию следующей ставки? Скоро, дайте я поэксплуатирую. Спасибо. Но, тем не менее, вот пресловутая дивергенция, да, пресловутое выбивание из некоторых рамок, из квадратности вот нашего мышления, да, оно, в принципе, не выгодно некоторым слоям нашего населения. Если человек начинает думать, он начинает создавать какие-то проблемы, в принципе. Когда мне в рекламе говорят, эй, беги скорее, покупай новый ноутбук, пока не опомнился, да? Иначе ты с девчонками не сможешь переписываться. И, конечно, среднестатистически молодой человек скажет, да, я хочу переписываться с девчонками, я пришел покупать новый ноутбук. И там, эй, покупай большую черную машину, а то что-то как плохо ездишь на работу там на каком-то старом Запорожце. Я как преподаватель высшей школы не могу, а? Да, большая машина с мощным мотором, да. Вот, действительно, да, еще авоську купи себе, давай, на работу, что я говорю, нет, что мои студенты скажут, что Кропов нищеброд, да, ездит на Запорожце на работу, нет, я пойду покупать большую черную машину, а там говорит, ты, пожалуйста, приходи, да, смотри, у тебя кредит,
быстрее, давай, льготные условия, при условии того, что ты, конечно, 70% только внесешь за машину, да, а потом тебе там все льготные условия дадут, там 2%, 3% и так далее. Вот, я, да, хочу Land Cruiser, побежал. Я не знаю, с чего я возьму первоначальный взнос, скорее всего, я займу у вас, там у всех, да, возьму кредит в Сбербанке, а машину я возьму потом там в Газэнергобанке и так далее, да, кредит, чтобы отдать кредит, чтобы взять кредит и так далее. Вот, понимаете, мы в данном случае мыслим отчасти клипово, с чего я начал, да, мы мыслим какими-то вот этими яркими кусками, и массовая культура, и отчасти СМИ оперируют, вот, ну, если вы знаете немножечко психологию, нижними ярусами пирамиды Абрахама Маслоу, да, нашими какими-то базовыми потребностями, да, беги скорее, да, оно тебе надо, конечно, да, и мы на эмоциях принимаем вот это решение. Сесть и подумать чуть-чуть, вот буквально остановиться. И, кстати, вот это наше пресловутое творчество, оно поможет нам, в принципе, вот себя приземлить на что-то, да, сесть подумать, зачем тебе большая черная машина, зачем? Ты будешь платить за нее полжизни, да, разобьешь ее на следующий день. То есть совершенно безумная какая-то покупка, да? И, в принципе, те вещи, которые там нам госпуцент какой-нибудь, да? Можно это вырезать потом про госпуцент, потом родиться? Вот, или какой-то другой представитель кинематографа, с позволения сказать, российского, да? Говорит, да, иди в Эльдорадо, там сейчас скидки, у моего Эльдорадо каждый день бонусы присылают. Чтобы я быстрее побежал их потратил туда. Ага, мне нужен срочно новый ноутбук. Я не знаю, зачем, но нужен обязательно. То есть, когда человек начинает думать, когда он начинает задавать вопросы, зачем и почему, он, как велосипедист, становится совершенно невыгодным для общества и экономики. Велосипедист невыгодный для экономики. Да? За дороги он не платит, он здоров на таблетки, он не тратится, да? Что там еще, бензин он не покупает и так далее, и так далее. Это просто убийство для нашей современной нефтяной экономики. Да? И ему не втюхаешь большую черную машину, она ему не надо. Вот, то же самое, думающий человек, который задает вопросы зачем и почему, он тоже невыгоден будет для современной экономики. Но, как иллюстрирует вот эта картиночка, да, как правило, дивергенты или люди, которые потихонечку выбиваются из вот этой канвы массовой культуры, они, к сожалению, этой самой массовой культуре не нужны. Великолепно эти вещи прописаны в таких произведениях, как, допустим, 451 по Фаренгейту, да, мои любимые, которые всегда студентам рекомендую, «О дивный новый мир», 1984, ну и так далее. Да? Потому что, ну, вот особенно вот эта картинка, она больше, конечно, Брэдбери иллюстрирует. Да? Потому что уничтожение читающего класса, а сейчас это, кстати, тоже происходит, потому что мы не только перестали читать, мы перестали воспринимать большие объемы информации. Стандартная какая-то у нас стандартный ответ на некоторые вот эти большие объемы, много букв не осилил. Да, вот эта пресловутая клиповость, отдельные какие-то совершенно несистемные, разрозненные факты, визуализированные кусочки информации, они не позволяют все это, ну, какой-то системы определенные, да, объединять. А все-таки творческий акт некоторый, да, креативность требует системности мышления, взаимосвязанных вот этих вот клочков. Но мы перестали читать книжки. Американские исследователи говорят, перестали покупать в Америке книжки толще 300 страниц. Все, много, тяжело, не осилю. Вот, поэтому, когда человек начинает читать, он начинает, ну, думать, да, он начинает заставлять себя воспринимать большие куски информации, выстраивать ее причинно-следственные связи. Но вы помните, как начинается, да, Фаренгейт. Жечь было наслаждение. Затем я заканчиваю, передаю, наверное, сейчас, ну, прямо не сразу, да, слово Максиму. Ну, сейчас я есть 5 минут, наверное, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. А если мы воспитаем, предположим, что мы будем воспитывать исключительно креативных личностей. У нас не получится общество людей, которые просто не способны, которые будут каждый раз печь хлеб по-новому и не будут способны построить самолет, потому что каждый раз деталь будет там немножко другого диаметра, потому что старого скучно. То есть общество дивергентов, да, обречено на провал. Ну да, ну да. И тут в связи с этим еще вопрос. Есть у нас какой-то, ну, грубо говоря, механизм, ограничивающий креативность? Ну, критерии вот творчества... Вот этот революционный клапан, который пытался писать Хаксли, утверждая, что определенные вещества, это, в общем, они помогают. Или это просто фантазия человека, который рекламировал определенные вещества?
Ну, по поводу ограничителей креативности, если я правильно понимаю, да, мы уже как-то отчасти говорили на эту тему. Наверное, критериев и ограничителей творчества нет. Да? Это есть нечто бесконечное или безначальное. Общество может быть готово к восприятию некого продукта, либо не готово, например. Да? Вот, но иногда действительно мы вроде как думаем, что человек супер-мега-креативный, а может быть он просто сошел с ума. Да, поэтому здесь отсечь реально достаточно сложно вот это творческое от нетворческого. Но это опять же вечный вопрос. Вот, допустим, Ван Гог — это творчество, да, а китайская репродукция, может быть, написана даже круче, чем Ван Гог, это уже как бы репродукция, это не есть произведение искусства. Нельзя сказать, что, наверное, не творческий арч, да? Вот, что касается первого вопроса про общество дивергентов, ну, вот опять же, из статьи Грановской, на которую ссылался, она говорит, что высококвалифицированные специалисты, они всегда будут вот из разряда креативов и дивергентов, да? А те люди, которые будут попадать под вот ту предыдущую картинку, которую обрезают, да, они будут работать в Макдональдсе, на кондитерах и так далее. Я сейчас боюсь выдвигать суждения, да, делать какие-то прогнозы, но у нас не получится воспитать общество дивергентов, общество креативов, потому что, наверное, вот какие-то высокие степени, которые готовы, да, я буду постоянно менять какие-то детали, таких, наверное, людей не очень много. То есть неоднородность общества заложена просто в структуру нашего мышления, определена структура. Возможно. Я хотел просто сделать акцент на том, чтобы креативность и некая нестандартность мышления помогла бы хотя бы чуть-чуть вот выйти за рамки вот этого потребления, да? Чтобы мы не совершали каких-то необдуманных, бездумных поступков, простите за тавтологию. В дальнейшем уже, ну как я приводил пример по Гаевленскому, да, креативы и евристы, возможно, будут двигать вот общество дальше. Ну понятно, что, наверное, не каждый из нас способен на супер-мега-творческий акт. Вот, ну, осуществляя некие попытки рефлексирования, да, я понимаю, что я, наверное, никогда не совершу открытие, которое будет граничить с какой-то новой психологической или педагогической концепцией, да. Пытаюсь как-то адекватно оценивать себя. А вот на уровне какого-то просвещения, ну, пожалуй, можно здесь поработать как-то, да? Поэтому, наверное, какая-то тоже самокритичность должна быть здесь, критичность мышления, да? Да, пожалуйста. Скажите, то есть когда ты становишься дивергентной личностью, ты можешь это как отрицательный, так и положительный. Разумеется. И при этом, но чаще всего изначально общество тебя по-любому отвергает. Ну, понимаете, тут не вопрос, спасибо, не вопрос о дивергентной личности. Просто есть две концепции мышления, да, конвергентная и дивергентная. Конвергентное мышление – это мышление, ну скажем, относительно прямолинейное. Я вижу задачу, мне нужно спихнуть колонку. Я буду ее пихать, да? А дивергент скажет, мне нужно спихнуть колонку. Тут, значит, можно применить какой-то рычаг, тут есть дырочка, да? Или вообще я могу вот, великолепно, надо говорить, спихнуть мне колонку. Ну понятно, это уже не дивергенция, это эксплуатация, да, по большому счету. Но тем не менее, это вот есть некое свойство мышления. Его можно развивать, да, пытаться заставлять себя смотреть на разные предметы с разных сторон, на одну и ту же задачу с разных сторон. Поэтому не обязательно, что вот я становлюсь человеком с развитым дивергентным мышлением, я сразу иду против системы. Я просто не беру кредиты в Сбербанке, например, да. Ну это я вру, конечно, я взял уже два. Вот, я, допустим, не бегу в Эльдорадо, привет, покупать какие-то там вещи и так далее, да, потому что я начинаю просто задумываться о каких-то вещах, я постепенно становлюсь невыгодным для этой самой экономики. Понятно, сейчас там не прибежит какой-то владелец Эльдорадо и скажет, мочить Хропова, да, и все, потому что здесь какие-то антиэкономические вещи рассказывают, да. Вот, но что касается положительности и отрицательности, конечно, дивергентное мышление может быть направлено на создание чего-то хорошего и плохого, да, и на решение как положительных, так и отрицательных задач. Я приводил пример вот Шерлока Холмса, да, вот великолепно, Холмс и Мориарти. У одного, ну, если уж сюда прям за уши притягивать Канта, да, у одного есть нравственное некое ограничение, да, вот практического разума, если так огульно растолкую, да, а у другого у Мориарти нет. И один другой гениальный совершенно, да? Но тем не менее, один плохой, другой хороший. Хотя, в принципе, мыслят они великолепно совершенно. Надеюсь, ответил.
А можете привести пример из жизни вот таких людей? Вы говорите, Холмс там, Мориарти. Может, из истории, может, из вашей жизни? Из истории? Ну, например. Сейчас я прошу помощь зала. Антон Юралович, по-моему, поправь меня, если я не прав, да? Пуническая война, битва при Каннах, да? Ганнибал. Да. Да? Что именно тебя интересует? Меня интересует численный перевес. Но он был не настолько значительный. Ну, примерно равные были силы. Это было 1020 больше. Вот. Но это немного, на самом деле. Это получается не плюс потеря на 1/5, это не важно. Ну, на самом деле, вот взял и все поломал. Вот обращайся за помощью, за помощью в зал, да? Но тем не менее, некие нестандартные какие-то полководческие решения, да, полководческие ходы, они вполне сюда подойдут. Переход через Альпу того же Ганнибала. Переход через Альпу того же Ганнибала, да, совершенно неожиданная атака, да. Был у нас когда-то товарищ, герой Советского Союза, Петр Максимович Тарасов, который получил звезду героя за то, что он провел свой танк по железнодорожным путям и совершенно неожиданно заехал в тыл противнику. Там чуть ли не целой танковой колонной, да, и одержал вот, победу в данном случае. Вот, пожалуйста, совершенно нестандартный подход. И, в принципе, я думаю, что практически любое научное открытие, оно будет связано с вот этой вот дивергенцией. Единственное, что здесь нужно помнить, что случай благоволит подготовленному. Да, нельзя просто, вот, я сижу, и дай-ка я изобрету что-нибудь. Во-первых, нужно примерно представлять, что ты будешь изобретать, да? А во-вторых, творческий акт зачастую, это очень... сложный процесс, да? Ты думаешь, и так крутишь, потом, опа, озарение, эврика, инсайт, и ты чего-то создал. Но на ровном месте не получится, нужна работа, проработка, нужен нудный сбор данных, например, да? Нужно наращивание какого-то знания его компонента по проблеме. Да, есть, конечно, какие-то совершенно, ну, может быть, на первый взгляд, простые озарения, которые взяты из природы, которые порождены человеческой ленью. Кстати, многие творческие акты порождены человеческой ленью. А? Не хочу я, например, ходить к телевизору, и старшее поколение помнит, да? Я был младшим в семье, потому что поэтому к телевизору ходил я всегда. Ему нужно было стукнуть, плоскогубцами его переключить и так далее, да? Вот, я был не таким творческим человеком, а наверняка какой-нибудь мальчик, которого задолбало, ходить вот так вот, да, он изобрел какой-нибудь там примитивный пульт дистанционного управления. Был такой в Советской России, да, пульт а-ля вожжи. Она может веревочкой переключить программу, то есть какую-то сложную систему, механизм. Ну вот, но опять же, нужно иметь хотя бы примерное представление, как чего работает, шестеренки, как крутится, взаимодействует. На ровном месте изобрести нельзя. Вот, поэтому те же самые полководческие таланты, это и наблюдательность, это и изучение, может быть, даже нудное, многих тактик и так далее. У меня товарищ, он долгое время занимался шахматами. Он великолепно просто играет, наверное, до сих пор в эти шахматы, ну, что-то бросил. Вот, я говорю, Леха, ну ты же неимоверно крут. Он говорит, знаешь, сколько этюдов, сколько задачек, сколько партий, сколько вот этого всего пришлось выучить в голове, сопоставлять периодически, да, какая-то работа была нудная, да, выучивание, заучивание всего, да? Апробация на доске и так далее, чтобы достичь вот этого уровня, когда он с закрытыми глазами практически меня может обыграть в эти шахматы. Вот, поэтому в любом случае нужен труд какой-то, да, и вот эти примеры, вот, спасибо Антону Юралыевичу, да, то же самое, переход через совершенно такой неожиданный маневр, да. И в нашем общении, кстати, мы с вами можем применять такие уловки, хитрости, да, потому что все равно, когда человек настраивается на какие-то вопросы, настраивается на какое-то общение, он, ну, по идее, в идеале, конечно, особенно когда он идет куда-то поругаться, он придумывает, как я сейчас приду, что я сейчас скажу и так далее, и так далее, и так далее. Он выстраивает себе целую вот эту речь эмоциональную, да, а если вы встретите, улыбаясь, он скажет, а что ты не понял, я пришел ругаться, а он такой сидит. И он, понимаете, он сразу сбивается с первоначального вот этого настроя, и он будет с вами стратегию поведения общения по-другому выстраивать. Попробуйте.